Всем привет, и сегодня мы запишем нашу первую реакцию на долгожданный камбэк Red Velvet, песня Queendom. Начинаем. Мелодия такая. Это остановим? Какие у вас есть впечатления на 49-й секунде? Мне лично понравилось то, что здесь используется графика. Очень красиво и в тему. Пока вот эти фрагменты, которые танцы показывали, они выглядят довольно интересно. Не в стиле Red Velvet. Мне кажется, что надоменько. Мне очень понравились образы первые. Вот эти вот джинсовые, синие. И цвет волос Сынги, если я не ошибаюсь. Ты не ошиблась. Продолжаю. Хотим сказать, что наконец-то Ели досталась нормальная рэп-партия. Она же рэпер. Наконец-то в песнях Red Velvet есть рэп-партия. Мы дождались этого. Продолжаем. Мне кажется, Илья услышала рэп от Джой только что. Я слышала ее голос, мне показалось, что это ее голос, то, что она рэпует. А мне показалось хорошо. Можем. Хочешь, можем отмотать. Я потом посмотрю. Какие красивые образы. Да. Вы вторые красивые образы. Все, мне определенно нравится. Вы вообще видели топ Джой? Обалдеть. Там больше ничего нет? Нет. Танец очень классный. Танец классный, да. И он не выглядит суперсложным. Там очень много движений кистями. Да. Очень много мелких деталей. Вот. Мне очень понравились образы, где у них вот есть джинсовые образы в начале, а мне понравились те, которые вот... Там, по-моему, у кого-то был фатин, у Сильги, кажется, и у Айрин, а у Джой был фиолетовый топ. Мне очень понравились эти образы прям. Ну, в принципе, что я могу сказать, что песня довольно-таки заводная. Вот, я бы не сказала, что это их лучший камбэк, но песня прикольная. Вот.
Вот такое впечатление. Хотите поставить? Конечно. Если подписчики... Можно, можем сделать опрос в Инстаграме, и если они захотят, то можем поставить. Мы бы с удовольствием. Песня, да, песня очень крутая. Что-то Russian Roulette напомнила. И да, такое, кажется, да. Такой вайб исходил. Но визуальная составляющая вообще отпадная. Мне нравятся такие необычные клипы. Это очень круто. И облачка с боксами тоже классные. Мне по цветокору напомнило, ну и по эффектам, Black Mambu Espo. По эффектам. Ну, как бы это одна компания. Мне, в общем, в целом мне очень понравилось. И, тем более я так ждала этот камбэк несчастный. Так что, что, девочки, дальше? Я думаю, что мы должны его поставить. Даже если нам никто ничего не напишет. Можете в комментариях написать, какую участницу из Бельмов вы видите участницей Red Velvet. И, возможно, мы учтем ваши пожелания и сделаем так, как вы напишите нам. Давайте. Если вы досмотрели до конца этого ролика и вам тоже понравился камбэк Red Velvet, то подписывайтесь на канал и ставьте лайки, поддержите нашу команду в нашем продвижении, и мы очень надеемся, что вам понравится этот проект будущий. Поэтому до скорых встреч! Пока!